Накануне в Дегтярске 73-летний старик за рулем старенького москвича почти 412-й породы едва не угробил своего несовершеннолетнего внука и сам погиб. По словам испуганного мальчишки, деду неожиданно поплохело. Пенсионер на ходу потерял сознание, стукнулся головой о баранку, и неуправляемый автомобиль выехал на встречку. К счастью, в тот момент абсолютно пустую. Съехал на чужую обочину и заглох, уткнувшись в придорожные кусты. Подросток не пострадал, а его деда вытащили из легковушки, и врачи на месте констатировали смерть пенсионера. Если же коснуться деталей, предшествовавших трагедии, дело было так. Дед с внуком ближе к 5 пополудни мчались по Дегтярску. И в начале улицы Чернышевского, съезжая с пригорка, пилот бледно-зеленого москвича, который, к слову, лишь на четверть века, в лучшем случае лет на 30 моложе своего пожилого хозяина, потерял сознание. Что было дальше, вы уже слушали. Пенсионер покинул этот бренный мир со стажем вождения в 47 лет и без единого штрафного залета. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что если у водителя не лады со здоровьем, ему не нужно садиться за руль. А если на ходу забарахлило сердечко, нужно сразу же остановиться, а не искушать судьбу.